Лариса Туманова стала клиенткой Россельхозбанка недавно. Курянка оформила карту с тарифом пенсионный. Теперь она может получать кэшбэк при оплате в аптеках и до 5% годовых на остаток средств по карте. Но главный подарок от банка – выплата в 2500 рублей. Девочки все это обслужили меня очень быстро, качественно, вежливые. Всем советую переходить на обслуживание в Россельхозбанк. Пенсионерам переводить пенсию в Россельхозбанк. Можно и вклад оформить, и дополнительно потом докладывать, и к Новому году хотя бы накопить какую-то сумму приятную. Выплата не случайна. Она приурочена к декаде пожилого человека. Забрать приятный бонус можно до 31 декабря. Для этого нужно оформить пенсионную карту, заполнить заявление на перевод пенсии и совершить этой картой хотя бы одну покупку в период проведения акции. Россельхозбанк уделяет огромное внимание по работе с людьми старшего возраста. Мы прекрасно понимаем, насколько сложно сегодня ориентироваться в стремительно меняющихся финансовых технологиях и условиях. Именно поэтому своим клиентам мы стараемся предложить максимально простые и в то же время удобные продукты. Уверен, что выплата пенсии нашим клиентам станет прекрасным и нужным подспорьем для них. А начисление кэшбэка и процентов на счет станет дополнительным финансовым доходом. Россельхозбанк – одна из самых крупных и надежных финансовых организаций страны. Главный показатель – доверие клиентов, а их у банка более 10 миллионов. Александр Ханаков пользуется услугами с момента открытия филиала в Курске. Я доверяю этому банку, поэтому и пенсию я получаю здесь, мне переводят сюда. Удобно. Ну и хорошие здесь условия. Могу сказать, что еще и потому, что этот банк со 100% государственным участием. Поэтому и надежный. Верю ему. Ну и, естественно, мои близкие тоже. В 2023 году Центробанк повысил ключевую ставку. Это вынудило многие финансовые организации поднять проценты по кредитам. Преимущество Россельхозбанка в том, что он предлагает некоторым клиентам кредитные продукты, которых не коснулось данное решение и у которых нет аналогов. Например, потребительский кредит с льготной процентной ставкой. Категория граждан, которые подходят под данный кредит, это те, кто прописан у нас в сельской местности. Это относятся все районы Курской области, кроме Самокурска, Железногорска и Курчатова. Курский район, например, в том числе тоже подходит. Данный кредит граждане могут взять на ремонт, на благоустройство своих домов, а также могут взять на проведение коммуникаций. Уникальный продукт доступен во всех отделениях Россельхозбанка на территории Курской области, а таких 30, 27 из них работают в райцентрах. Больше подробностей о предложениях и уникальных решениях организации можно узнать на сайте Россельхозбанка. Егор Горожанкин и Сергей Дорохов. События дня.